Весь тот ведьмак страшил. Я у себя в носу кое-что поинтереснее приду. Этот аж побледнел от голода. Пожалуйста, опять! Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Верно ты выглядишь, как какая-нибудь бабка. Ведьмак! Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе 2 раза по столько, сколько обещал Неллин. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллин примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллина, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца.
скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Скорее всего, сделал не человек. Становится интересно. Запах разлагающегося тела и повсюду кровь. Должно быть, это Ганна буквально разорвал ее на куски. Следы когтей очень глубокие. Точно волколак. Надо быть начеку. Кровь и следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? К шерсти. Да, не мылась эта тварь уже очень давно.
охотничьим стоянкам. Заметки. Интересно, кто их писал. Кровь едва высохла, и его сюда притащили. Интересно, откуда?
Кажется, нам надо поговорить. Это Неллин! Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда. В ту ночь я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделал это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет! Не трогай его! Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги! Жаль, что все так кончилось.
Нахера тебе все это железо? Вот сука! Все. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои... Бывает.